Всю вину за убийство президента Конгресса азербайджанцев берет на себя подсудимый Захид Ахмадов. Об этом он заявлял во время досудебного следствия. Его показания сегодня зачитали на очередном заседании суда. Напомним, Икбала Махмудова расстреляли 9 мая, когда он выходил из своей машины. По подозрению в убийстве были задержаны 4 человека. Сегодня суд приступил к рассмотрению дела. Прокурор зачитала обвинительное заключение. Двое подсудимых не признали свою вину в умышленном убийстве. Ответственность за преступление взял на себя подозреваемый Захид Ахмадов, проходящий по делу как организатор. В своих показаниях утверждал, что стрелял он. Его подельники о готовящемся убийстве не знали. Ну, есть же доказательства, которые подтверждают, что это дело Галаров. Ему нужно выиграть, взять цену себя. Это такой спектакль, так подстроено. Это его заявление, оно не имеет никакого значения для дела, поскольку свидетельскими показаниями следует, что в момент убийства он находился в кафе. Это все было сделано по заказу, за деньги, кому было выгодно.